Всем привет! Для кормления нашей кошки мы используем корм Yuzera Sensi Cat. Это корм для взрослых кошек с чувствительным пищеварением на основе мяса птицы, утки и индейки. Мы часто берем корм вот в таких 2-килограммовых упаковках. Посмотрим на упаковку вблизи. Для того, чтобы открыть упаковку, нужно разрезать ее вдоль пунктирной линии, как показано здесь. Сейчас мы это и сделаем. Сама упаковка имеет застежку Ziploc, благодаря которой упаковку можно повторно герметично закрывать. Сам корм выглядит вот таким образом. На тыльной стороне упаковки указана более подробная информация о корме. Например, норма кормления в зависимости от веса животного. Основные характеристики корма. Легко усваивается, помогает выводить уже проглоченную шерсть. Уровень pH 6-6,5. Что касается ингредиентов, то в составе не указано процентное соотношение каждого из них. Но здесь можно увидеть процентное содержание протеина, жира и других компонентов. В то же время в описании на упаковке компания указывает, что при изготовлении корма не используются генетически модифицированные продукты, соя, глютеносодержащие ингредиенты, искусственные красители, усилители вкуса, консерванты, а также пальмовое масло, сахар и молочные продукты. Также иногда ветеринары назначают Yuzera Sensi Cat для животных аллергиков. Этот корм мы покупаем в магазине «Шиншилка». Спасибо магазину за хорошую цену и неизменно приятное обслуживание.